Всем доброго времени суток. Принесли вот такие вот персонажи. Здесь у нас опять запятнички, но усложняется тем, что клиентка одевала без ложки и вырвала их. Придется нам еще поставить на эти места заплатки. Кроссовочки неплохие. Вот такой сюжет. Ребят, что лишнее, можно отрезать вот это сразу. Все, что оно рыхлое уже, толку смысла нет приклеивать. Так что вот это все, что распалось, можно вырезать и нанести на эритовый клей везде, где только можно. Сейчас я немножко покажу. Так что смотрим. Лишнее все обрезал и везде толстым слоем наносим на эритовый клей. Везде и вниз, и в бока, чтобы при сборке было все плотненько, ничего не мешало. Здесь то же самое, все идентично. Минут 20 это просохнет, и все, я это соберу. Клей на эритовый. Чтобы сделать нам симметричные заплатки, подбираем окружность какую-нибудь и рисуем полукруг, делаем прямую, и чтоб одинаково. Все, у нас получились две симметричные заплатки. Заплатки намазываю я полиуретановым клеем в два слоя. Два слоя на кроссовок. Ребят, не зачищаю, потому что я буду это все прошивать. Так что там сильно не ругайте, что чё не зачистил туда-сюда. Не зачистил, значит, так надо.
Ну что мы, заплаточки мы сделали, сейчас у нас основное это запятники. Заплаточки мы пришили, конечно, не очень ровно получается, потому что много слоев кожи, но не суть. Вот, я не выкидываю старые запятники, чтобы время не терять. На глаз смотрю, что вот этот подойдет. Вот видите, как четенько все. И не надо время тратить, чтобы вырезать новый запятник. Просто обвели и вырезали. Сэкономили тем временем время. Всю красочку мы сняли. Ну что, все, я прошил. Запятники приклеил на полиуретановый клей, намазывал два раза, и сейчас мы прошили. Также у нас второй, конечно, посложней, так как очень толстые вот эти места, где мы заплаточки поставили. Сейчас мы отрезаем, и почти наши красотули готовы. И ни в коем случае не отрезайте ножницами, потому что при таких радиусах ровно вы ничего не вырежете. Возьмите острое лезвие, только, конечно, аккуратно, и вот вдоль прям нашего канта мы отрезаем. Неудобно мне, а, показать-то. Вот таким способом мы отрезаем. Оно будет намного ровнее, чем ножницами. На камеру не могу, надо не так держать. Покажу конечный результат. Для большего качества можно пройтись по кантику каратом. Вот так вот. И оно будет намного красивее. Оно высохнет, мараться не будет. Вот так вот четенько все получается, без всяких углов. Ну что, все, наши потерпевшие ботиночки вышли с ТО. Запятнички у нас все четенько, все прошито, заплаточки сделаны. И, ребят, еще немножко обновляйте обувь, если заказик неплохой. Конечно, каждому ты не будешь чистить бесплатно, но все-таки
клиент будет рад и придет в следующий раз. Так что вот так вот. Так что, кому понравилось, ставим лайкосы там, на канал подписываемся. За работу я взял 2100 рублей, 1600 за пятники и 500 рублей две заплатки со скидкой. Так у нас заплатка 1600 рублей. Но я думаю, это очень дорого. В районе 3000 рублей никто не будет делать, так что делаем скидочки.